юбилейной 20-й выставки. И хочу сказать, что выставка стала определенным событием в жизни города, в жизни России, потому что таких выставок в России больше не проводится, только здесь, у нас в городе на Неве. И хочу сказать, что, конечно, это для подрастающего поколения, для всех нас большое событие, и это то, что дает нам в дальнейшем надеяться, что конный спорт будет развиваться. И хотелось бы пожелать успехов нашему конному спорту, успехов всем тем людям, кто создает праздник для всех нас. Спасибо. У вас будет прекрасная возможность посмотреть не только на красоту лошадей, на соревнования, но и пообщаться друг с другом, найти эффективные контакты. У выставки большие перспективы. Мы благодарим всех наших партнеров, которые все эти годы вместе с нами. Поздравляю с 20-й юбилейной выставкой. Желаю вам хорошего настроения, хороших просмотров и эффективных контактов. Спасибо, что вы все эти годы с нами. Сегодня между Федерацией конного спорта Санкт-Петербурга и Экспофорумом было подписано соглашение о проведении в рамках Экосферы большого международного конного турнира, который будет называться «Кубок президента Российской Федерации». Эта выставка – это ключевое событие не только города Санкт-Петербурга, но это ключевое событие в целом конном деле нашей страны. Именно благодаря энтузиастам, которые все это дело организовали, вот уже 20 лет эта выставка живет и развивается. Это действительно Россия, она богата нашими традициями, нашей культурой лошади. И поэтому очень хотелось бы, чтобы она стала центром, ядром развития вот этого нашего конного дела, особенно с северо-запада нашей страны. Ежегодно анализируем анкеты наших слушателей и выбираем те тематики, которые актуальны для них сегодня. И стараемся под эти тематики подобрать и лекторов, и создать достойную деловую программу. Ну и если есть такая возможность и необходимость, безусловно, проводить мастер-классы по тематике. Я считаю, что в связи с приходом новой команды сам процесс подготовки и сама организация значительно улучшились. Нам очень приятно видеть, что нет никаких накладок. Нам очень приятно сотрудничать с руководством, с помощниками, с персоналом, и мы получаем то, что необходимо. Здесь я первый раз по приглашению организатора этого семинара. Искренне говоря, я очень впечатлен этим организациям, и я сегодня делал там доклад, и действительно искренне сказал благодарность и слова организационному комитету, которые, когда сравнивают другие такие подобные семинары, конференции, действительно на можно сказать, на лучшем уровне. Это выставка, которая, в общем-то, в этом году празднует свой юбилей. Представляете, 20-й год. Это действительно замечательно. И радость, это подарок всем конникам,
нашей страны. Я думаю, не только наши, что эта выставка действует, живет. И как показал сегодняшние дни, что она не только живет, но развивается и имеет хорошее, большое будущее. У нас есть замечательная выставка, куда мы приехали с большим удовольствием, вдохновившись, что если мы будем идти по такому пути дальше, то это поможет очень и просто конникам, и вообще всей нашей стране. Попали на такое замечательное конное шоу. Разнообразие пород лошадей столько не увидишь нигде больше, кроме как на таком фестивале, скажем так, лошадей. То ощущение, вот, когда просто прикоснешься к живому существу, то теплые, такое ласковые. То есть они одновременно и страшноваты, в то же время можно познакомиться впервые с лошадью, кто близко не был, то такая возможность есть. Тот маленький черный жеребенок. Он бегал быстро, чуть-чуть отдыхал. Местные ахалтекинские лошадей, которые выводили, мы оценили их, и они нам очень понравились. Здесь много пород, нам очень понравилось. Надеемся, что в следующем году, как мы узнали, планируется в мае. Мы надеемся, что сможем еще раз присутствовать в следующий раз с более широкой делегацией, с большой делегацией. Организация была хорошая, шоу было великолепное. Мне очень понравились черкесы там своими, в общем-то, и песнями, своими, своей культурой, и с прыжками, и со всеми там. Шоу у них тоже красивое очень было. Для детей очень, я считаю, было как-то очень успешно. I think it was the first time in a Russia exhibition, and it was a very nice exhibition, and he must growing over the next years. And for me it was very interesting to see some breeds from this area, and we have also very many nice people who can tell us, and I have also made some judges. And we have together give some notes for the horses from certain breeds. And it was for me very interesting that we have the same notes for head, for neck, and also for the body and for the legs, and also for the movement. And we tell us what we need more for the horses. And it was a very nice atmosphere, and very many people are coming. Выставка организована на высшем уровне, представлено большое количество различных пород лошадей. Кроме того, представлено большое количество разнообразных товаров для любителей конного вида спорта. В целом мне очень понравилось и по организации, и по месту проведения. Место проведения выбрано очень удачно. Я очень довольна. Отличное времяпрепровождение. Всем рекомендую в следующем году посетить мероприятие «Экосфера-2019».